Стенд бивак. Можно работать с аналогами. Какой практический смысл это несет? У вас висит старый аналоговый домофон. Визит. Визит. Вот. И у вас одни трубки висят в каждой квартире. Координаты. Вот. Вы берете визит, снимаете, ставите бивар. У вас все как работало, так и работает. Кроме этого, для продвинутых жильцов, которые хотят пользоваться видео на мониторе и выводить, например, его на телефон, можно им это устройство продавать, допродавать. То есть основная идея гибридности – работа со старыми ККМ-трубками и использование новых цифровых технологий. И в телефоне можно. В телефоне вообще. Если человек понимает, что он может пользоваться в телефоне, и ему это комфортно, вот эта часть вообще не нужна. Модем 220 воткнул, и, собственно, все. Больше ничего не надо. Там уже и модем, там модем, уже... Модем, да, но, наверное, на 1 мегапиксель, это же ни о чем. Это именно о чем. Потому что вам надо в интернет поднимать. А когда у вас камера с большим разрешением, у вас большой битрейт. А если камер несколько, то у вас канал, на самом деле, интернет на подъем, он узкий. Он на вниз широкий, а на подъем он узкий. И поэтому из всего вот этого... Мы берем камеру, к ней интернет, питание и все. И все. 12 вольт. 12. 220 грамм саму камеру, вместе с коробкой. Да. Ну, то есть камера подключается сюда. Да? Она ее закрыта, да? Да, там внутри модем, подогрев, вот питание. Не надо, не надо. Это на сайте можно открыть, посмотреть. Модем. У Биварда на стенде представлены два модема. Huawei. На микротике собрано. Собрано все на микротике. И плата. Что она делает? POE. POE? OneCam. Ну, да. То есть это POE инжектор, по сути. Выключатель это с ними как-то. Тумблеры. Да. На плате вон батарея питания. Приятно видеть российские надписи. Вот прям приятно. Обычно только ворот, вот это, да? У него пределы.